Всем привет! Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 700 грамм свежемороженой мойвы, рыбу размораживаем, затем удаляем плавники со стороны спины и брюшка. Отрезаем хвост и голову и разрезаем брюшко. Обязательно удаляем внутренности и черные пленки. Затем удаляем хребет. Вот такое филе получается. Повторяем процесс со всеми рыбками. Гениальный рецепт приготовления мойвы. Никакого неприятного запаха. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Вкусные жареные рулетики из мойвы, без косточек и специфического запаха. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Выкладываем филе мойвы одним слоем в блюдо. Приготовим маринад. Нам понадобится 3 столовые ложки лимонного сока, 3 столовые ложки соевого соуса, добавляем 1/2 чайной ложки специй к рыбе и 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем. Смазываем каждое филе полученным маринадом. Снова выкладываем рыбку в один слой, смазываем маринадом. Опять рыба и маринад. Оставляем мойву промариноваться на полчаса.
По истечении времени приготовим панировку для рыбы. Нам понадобится 2 столовые ложки пшеничной муки и 2 столовые ложки кукурузной муки. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли. Черный перец. Я добавляю 1/4 чайной ложки черного перца и 1/2 чайной ложки сушеного укропа. Хорошенько перемешиваем. Затем каждое филе обваливаем с 2 сторон в панировке и заворачиваем рулетиком. Теперь в сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного масла, добавляем 20 грамм сливочного масла, растапливаем и выкладываем в разогретое масло рулетики. Обжариваем на умеренном огне 3-5 минут до золотистости. Затем рыбу переворачиваем. Жарим еще 3-5 минут до золотистости на умеренном огне. Теперь переворачиваем рыбу на третий бочок. И также на умеренном огне обжариваем еще 3-5 минут до золотистости и готовности рыбы. Невероятно вкусные нежные рулетики из мойвы, жареные на сковороде, готовы. Подаем к столу. Я подаю с жареным картофелем. По этому рецепту рыба получается очень вкусной. Рыбные рулетики недорого и полезны. Вкусный дешевый рецепт из простых и доступных продуктов на обед или ужин для всей семьи. Не стыдно подать и к праздничному столу. Жареная мойва без косточек вкусно и просто. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, пишите свой отзыв в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.